Доброе утро, программа наша продолжается. К нам едут, это приятная новость, молодые артисты опереты и мюзиклов на конкурс имени народного артиста Советского Союза Владимира Курочкина. Каких артистов можно будет увидеть на сцене театра музыкальной комедии, прямо сейчас узнаем у Дмитрия Якубовича, члена жюри. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, доброе, что сегодня вы вместе с нами в это утро. Ну вот конкурс проходит раз в два года. В этом году он уже получается 6-й. По счету. Ну, расскажите, кто вообще может принимать участие в этом конкурсе? Ну, принимать участие может любой, кто вооружен вокальными способностями, хореографическими, актерскими. И, пожалуйста, в путь. Ну, победители этого конкурса, они остаются в театре музыкальной комедии, как вот, я не знаю, артисты? Нет? Не всегда. Не всегда? Остаются, кто-то уезжает, ну, и ищут новые места. Они... Я тоже работал в театре музыкальной комедии именно в Свердловске. Вот, один театральный сезон. После как раз конкурса Владимира Курочкина. После конкурса, да, Владимира Курочкина. Меня пригласили сюда на работу, я работал здесь. Но потом родина позвала. Я вернулся в свой театр в Минске. И теперь вот... Уже работаю уже в другом театре, уже не в Минском государственном театре. Ну вот сегодня вы приехали член жюри. Расскажите об участниках в этом году, то есть из каких точек они приехали, сколько вообще их будет? Ой, ну география обширная достаточно, из многих регионов России и из Беларуси, естественно, и из Украины, из Узбекистана. Вот, так что будет интересно. Я вам должен сказать, что на 6-м конкурсе самое большое количество заявок. То есть это впервые в проведении конкурса такое количество заявок. А сколько? Самое большое это сколько? Заявок, если я не ошибаюсь, 90 или более 90 заявок поступило. То есть это все исполнители в как-то оперных партий? Нет, жанр мюзикл и жанр оперета. Ага, не то опера, есть, оперета. Оперета. Ничего страшного. Да-да-да. Как проходит вообще этот конкурс? Во-первых, могут ли прийти зрители посмотреть? И во-вторых, что они там увидят? Или только для вот вашего такого сообщества, закрытого? Нет, почему? Зрители могут прийти посмотреть на прослушивание, прийти посмотреть на гала-концерт и поучаствовать еще в голосовании при зрительских симпатий. Как придя непосредственно на сам концерт, так и онлайн-голосование можно с правилами ознакомиться на сайте театра. Ну вот немногие знают, почему этот конкурс носит имя народного артиста Владимира Курочкина. Моего однофамильца, к сожалению, не родственника, а то, может быть, я бы сидела не здесь сейчас с вами. Но расскажите, почему именно вот его имя выбрано? Ну, это основатель, отец-основатель этого театра, поэтому вот с ним связаны, так скажем, все традиции. Для меня самое интересное, что именно в Свердловском музыкальном театре со дня основания всего 3 главных режиссера. Хотя театру уже 80 лет. Вот. Я считаю, что это большая заслуга, потому что, ну, если посмотреть вокруг, очень частая смена режиссеров. Это текучка кадров в других театрах. Да, а здесь просто какой-то вот театр-дом, театр-семья. И Курочкина можно назвать папой. Папа этого театра. Дмитрий, у меня еще есть такой вопрос. Вот артисты приезжают, 6-й год. А есть ли какая-то тенденция, например, что, не знаю, там из центральной, например, России лучше вокальные, у людей лучше вокальные данные, чем, например, там, не знаю, там, у уральских артистов? Или, я не знаю, что, например, там самые там крутые ответчики? Кто держит пальму первенства? Вот такой вопрос. Да. В этом первенстве где Свердловская область? Вот что нас интересует. Ну, Свердловская область, она лидирует, можно сказать. Но все равно, бывают очень неожиданные варианты, приезжают очень неожиданные голоса, неожиданные артисты. Это может быть совершенно для всех неожиданно, кто у нас появится в лидерах, так скажем. То есть никогда не предугадаешь? Никогда не предугадаешь, да. Никогда. Я знаю, Дмитрий, что вы пришли не с пустыми руками, вы принесли с собой приглашение. А приглашение у меня. А у тебя? Вот оно. Там она где-то. Приглашение у меня в театр музыкальной комедии в городе Екатеринбурге на 23 мая на Новой сцене будут давать аж... Расскажи, какой спектакль? Это не спектакль, это Джезабель. Да, это удивительное музыкальное приключение, погружение в кавер-версии, в джазовом варианте разнообразных популярных песен. Насколько я понимаю, в исполнении Светланы Ячменевой, в том числе Примы,
звезды нашей. Вот, поэтому, думаю, будет интересно. А для того, чтобы вам получить этот билет, нужно всего лишь правильно ответить на наш вопрос. Итак, назовите первый мюзикл, поставленный на сцене Свердловского театра музыкальной комедии. По традиции у нас три варианта ответов. Чего ты на меня «Черный дракон», «Белая ночь» или «Бородатые мальчики». Помните, что ваши правильные ответы мы принимаем до 9 часов утра на наш студийный номер 8-922-32-09-36. И уже завтра мы подведем итоги, и этот билет достанется кому-то из вас. Напомню, что у нас в гостях Дмитрий Якубович, член жюри конкурса имени народного артиста Советского Союза Владимира Курочкина. У меня такой вопрос, все-таки я так и не услышал. Сидит жюри, зрители какие-то, и приезжает конкурсант. Что он будет показывать? Понятно, что он будет исполнять какую-то партию, мюзикл, оперетта. А будет ли он при этом танцевать, показывать акробатические трюки, жонглировать костюмы? Да, он обязан. По условиям конкурса он обязан все это сделать. И работать и с партнером, с реквизитом, обязан танцевать. Работать как актер, и речевые какие-то куски, и вокальное искусство. Все он должен показать в комплексе. Вот именно с таких позиций оценивается. А ребята, выступающие, которые приезжают на конкурс, они выступают по одному? То есть это сольные номера? Или они могут объединяться в группы? Сольные, могут объединяться в группы. Кто-то заявляется как конкурсант, кто-то участник, который помогает ему. То есть они могут взаимопомощь. Но у нас довольно сильная здесь школа музыкальной комедии, театральный институт. Понятно, что есть масса. Пускаете ли вы выпускников или студентов театрального института, или только вот какие-то прям профессиональные артисты театра? Нет, если как... нет, это доступно для всех, это в принципе оно должно быть доступно. Саша просто интересуется, может ли он попробовать свои силы со своими коронками из караула. Обязательно приходите, будет интересно. Много участников, много нового увидеть. Спасибо вам большое, что были сегодня у нас в гостях. Напоминаем, член жюри конкурса имени народного артиста Советского Союза Владимира Курочкина. Дмитрий Якубович, был сегодня у нас в гостях. Далее небольшой коммерческий перерыв, а после вернемся в эту студию. Не переключайтесь.